на диване с Жориком и слали самые смешные анекдоты от Жорика. Начнем с анекдота про хомяка. Решили волк, заяц и хомяк эмигрировать в Китай. Волк говорит: «Меня там будут звать братец Вуй». «А меня, — говорит заяц, — братец Зуй». А хомяк подумал-подумал и говорит: «Тогда, братцы, я, наверное, никуда не поеду».